Здравствуйте, дорогие друзья! Многим начинающим фотографам не понаслышке известна такая проблема, как зажатость модели перед фотографом. Многие задаются такими вопросами: как поставить модель перед камерой, как раскрепостить модель и как сделать процесс съемки более живым и естественным. Давайте разберем эту ситуацию поэтапно. Для начала рассмотрим шаги, необходимые для преодоления сильного волнения модели. Посоветуйте своей модели сделать несколько глубоких вдохов и не обращать внимания на учащенное сердцебиение. Нужно дать мышцам модели расслабиться. Лучше всего это делать постепенно. Сначала сильно напрягая каждую мышцу, и потом расслабляя ее. Особенно обратите внимание на мышцы лица. Объясните модели, что не нужно улыбаться в начале съемки. Если улыбка неестественна, пусть она лучше сделает это немножечко позже. Если есть время, чтобы расслабиться, можно заняться какой-нибудь легкой физической работой. Возможно, это будут легкие физические упражнения. Психологи делят выполнение любой работы на 5 этапов. Контакт, постановка задачи, решение, айсберг и награда. А сейчас давайте вместе с вами вместе поднимемся по этой лестнице. Первое. Контакт. На этом этапе фотограф и модель изучают друг друга, находят общие интересы, чтобы потом совместно приступить к работе. Второе. Постановка задач. Здесь фотограф и модель ставят перед собой определенную задачу и совместно ищут варианты для ее решения. Следующая ступень – решение. Здесь наш творческий тандем принимает решение, какой из вариантов фотосъемки в конкретном случае является наиболее приемлемым. Следующий этап называется айсберг. Здесь фотограф и модель сталкиваются с определенными условиями, которые они перед собой поставили для достижения наилучшего результата. Самое главное – следовать условиям этой локальной игры. И, наконец, самая долгожданная ступень – это награда. Здесь фотограф и модель получают результаты своего труда. А положительные они или отрицательные, решат они уже сами. Самое главное в работе фотографа-портретиста – поймать настроение модели, которое характерно для ее образа. Для этого, конечно, нужно создать благоприятную атмосферу и немножко раскрепостить модель. Помните, фотограф – это в первую очередь психолог, а фотосъемка – это творческий союз фотографа и модели, который позволит получить отличные снимки.